Томат «Окс-десерт». Нам часто приходят тревожные вопросы о желтых плечиках на некоторых сортах и гибридах помидоров. Спросим у помидорного эксперта, правда ли, что такие плечики – признак несъедобных волокон под ними? Нет, это неправда. Это не всегда бывает так, конечно, бывает. Но это в том случае, если вы запарили в целом растение. Тогда да. А так вот сейчас, если взять плод... Сейчас мы его разрежем, да, конечно же. Мы его разрежем, посмотрим. Нет, это не обязательно. Это, как правило, реакция на жару. Это свойственно всем сортам с зелеными плечиками. Когда вот плод еще не созревший, у него есть зеленое пятно около, у основания плодоножки. Это, ну, стабильная реакция на, именно на жару. Ее ничем особо не убрать, не подкорректировать. Это либо оставлять как можно больше листа, потому что сейчас очень много других гуру, если выражаться, экспертов, которые делают из томатов пальмы. Вот это тоже может провоцировать. Малое количество листьев, оно тоже провоцирует, потому что растение не может охлаждаться. Если плод прикрыт, то даже, ну, если не какая-то экстремальная жара, то, как правило, тоже не будет проявляться вот так сильно эти плечики. Это вот две основных причины. Это как бы генетическое, то, что вот зеленое пятно, оно в жарких условиях начинает давать загар такой. Ну, вот смотрите, специально сорвали зеленый плод незрелый. Вот видно, зеленое пятно – это генетический признак. Он, как правило, сцеплен с хорошим вкусом. И с такой ярко-красной или там малиновой окраской он все равно дается. Насколько я знаю, это признак повышенного содержания сахаров в плоде. Ну, да, можно и так тоже сказать. Можно и так сказать. Давай, вот. Вот реакция на жару. Жара из-за чего может быть? Либо вы запарили теплицу чуть-чуть, подзапарили. Но если вы сильно запарите, то там может, да, пойти ватная. Если просто вот плод висит на солнце и как бы получается свой род как загар. Вот. Поэтому тоже не старайтесь, как многие советуют, убирать лист, а то делают из томата пальму какую-то. Разрежем, посмотрим. Вот, все, ну, нормальный все. Плод. Вот у нас, получается, плечики были. Вот они. Ну вот видите, то есть под ними. Ну, может, даже вот еще надрез. Волокнистой вот мякоти вот. Нету, да. Вот, нет, все. Никакой, ничего не волокнистой. Ничего нету, ничего. Абсолютно. И посмотрите. Окс-десерт какой внутри. Ну, это арбузная такая мякоть по-настоящему. Великолепная. Семенные камеры практически не видны. Семян особо не видно. Такой классический вид гибрида. Ну, и по вкусу я вам могу сказать, что он тоже слегка напоминает арбуз. Вкуснейший. А теперь дегустация. Это Евгения Александровна Колотыгина, которая отвечает за все семена в компании «Сады России». Евгения Александровна, как? Очень вкусно. Ну, и как вы можете охарактеризовать вкус? Бабушкин вкус. Бабушкин вкус, да. Из детства? Из детства вкус, да. Ну, замечательно. Замечательно. Глядя, с каким аппетитом уплетается. Вообще нет семечек, совсем ничего нет. На мякоть. Заказывайте семена томата «Окс-десерт» в интернет-магазине «Сады России».